Репетиции команды КВН сборной и ГХТУ в самом разгаре. Коллектив, появившийся на КВНовской сцене всего год назад, готовится покорять страну. А начали ребята с фестиваля «Кивин», проходившего в Сочи на Красной Поляне в январе этого года. Для многих членов команды, можно сказать, для всех почти, «Кивин» был первый, так как он проходил на Красной Поляне, эмоций куча, всяких впечатлений от зимнего курорта, так скажем, в субтропиках. Добились мы рейтинга. Рейтинг позволяет дальше командам участвовать в межрегиональных и центральных лигах КВН. То есть это, так скажем, небольшая ступенька перед телевизором. Соседствовать на сцене с коллективами, которые являются старожилами в КВНовском движении, это колоссальный опыт для еще совсем молодой команды. Участие в фестивале дает возможность почувствовать себя частью большой семьи, из года в год объединяющей самых веселых и находчивых всей страны. Это вообще для нас, можно так сказать, повышение квалификации и возможность получить какие-то новые впечатления и вообще увидеть мир, хотя бы в пределах нашей страны. Движение КВН в нашей области пока что находится только на начальном этапе своего развития. Игра, существующая уже более 50 лет, все больше привлекает ивановских студентов, а фестивали, которые проводятся в рамках игр клуба веселых и находчивых, порой полностью меняют представление КВНщиков об игре в целом. Изменилось сознание того, что ты делаешь, ради чего ты делаешь. И, наверное, вся ситуация в жизни, которая произошла, она сейчас начинает течь в совсем другое русло. Фестиваль «Кивин» является своеобразной точкой отсчета для всех команд, мечтающих покорить КВНовский Олимп. Однако, чтобы заслужить право стоять на одной сцене с Александром Масляковым, требуется приложить массу усилий. Сейчас ребята усердно репетируют новые номера. Впереди выступления уже в центральных лигах – Курской и Рязанской. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.